это не одна из организаций. Координационный совет по своей сути, это зонтик, это как парламент. Когда многие организации к нам приходят и говорят, вот посольство поддерживает Координационный совет, а нашу организацию не поддерживает. Но это как бы глупость и некорректная постановка вопроса. Нельзя быть там и там, а мы не члены Координационного совета. Но извините, как бы, можно быть членом парламента, можно не быть членом парламента. Парламент представляет все. Вот, поэтому, и там, как, знаете, как, можно сотрудничать с парламентом, не сотрудничать с парламентом. Парламент законодательный орган. Поэтому у нас концепция такая, что Координационный совет в стране, и мы так к нему относимся, в посольстве, это легитимный орган, представляющий всю общину. Вот здесь какой момент. Поэтому мы, естественно, всегда, когда к нам кто-то... Посольство при всем, так сказать, при всем своем величии, оно же не может общаться со всеми. У нас ограниченные силы. Поэтому, конечно, Координационный совет это существует как структура, которая помогает посольству общаться со всей общиной.